Привет, ребята, вы на канале Хусан Коли. Сегодня нас ждет новенький лифт с новенькими монстрами. Да, новенький лифт. Это уже третий лифт, который я видел за свою жизнь в Роблоксе. Так, а что это за магазинчик? В него мы что-то не можем пройти, за Роблоксом. Ладно, поехали в лифт, ребят. Вот что нас сегодня интересует. Так, вот это время мы, ребят, знаем. Это было во второй части лифта. Вот все, ребят, вот все остальные. Я звук включу. Это плохо, ребят, вот эти вот цифры, это плохо. Ну, что нам сейчас попадется? Что это? Кто это? Что он написал? Не знаю, что это. Точно, ребят, что плохое? Почему стена лифта сдвигается? Что делать, ребята? Почему она сдвигается? Кто-нибудь знает, что это? Фух. Вот это, ребят, мне понравилось. Вот такой у нас первый монстр был в этом лифте. Мне он понравился. Особенно, когда дверь задвигалась. Это стена на ней. Серверные этажи, ваши полы. Не знаю, что такое пол, ребят, может, ну, просто ошибало. Небесная башня, вечная святость. Там поезд. Что это, ребят? Ребят, это страшный лифт или смешно лифт? Не, я не знаю, правда. Это страшный лифт или смешной лифт? Это страшный лифт или смешной лифт? О, смотри, мне что дали. Да, ребят, это похоже на мои баллы, видите, уже два их. Так, мы уже сейчас приедем. Ура, приедем. Что там пишут? Ничего там не пишут. Хорош. Мечом опасна корова. Чем она страшна? Что я сейчас увидел? Ребят, вы не знаете, что это было? Я даже не хочу об этом больше вспоминать. Об этой корове ничего не хочу больше вспоминать. Все, ребят, в общем... Не хочу ничего об этой корове больше вспоминать. Давайте забудем о ней и просто продолжим. Еще дали медальку какую-то. О, у меня три похоти, не прошел. Ух ты. А кто это? Какие-то пауки железные. А, они взрываются? Так, ладно. Это было странно. О, ничего себе тут времени. Похоже, что это крутое будет. Даже наших шагов не слышно. Звук. Что это за грохот? О, кто это? Кто это такие? Чтобы это фламинго. Правда, их много. Их надо назвать не фламинго, а фламинги. Это фламинги, ребят. Это фламинги, ребята. О, богат. Чем они опасны, интересно? Когда они исчезнут? Сам один фламинго остался. Крутяк. Ну, что нам сейчас дают? Хватит говорить. Бикини-ботом. Ребят, не помню, я... Нет, серия давно вышла. Не помню, как это называется район. А, Рок-ботом, ребята, называется. Нам еще надо говорить с вот таким акцентом. Вот, допустим. Привет.
Вот так, ребята, надо еще говорить где-то в каких-то моментах, в каком-то слове. Поэтому да, тут нельзя без этого акцента, тогда тут просто непонятен язык жителям. Ну давай, лифт, зажги нам еще одного монстра. О, ребят, я помню, это шарик-поедайк есть такая. Такой город есть, тут шарик-поедайк еще. Все ест на своем пути. Блин, ребята, игра детства, ностальгия подоспела. Просто подъехала ностальгия этой игры. Я раньше так в нее рубился, просто не мог оторваться от нее. Мне очень нравилось. Вообще не мог оторваться. Мне кажется, там когда мне еще было... Я говню еще, когда мне, по-моему, было там 5 лет, да. Я набрала, по-моему, там, когда мне было 5 лет, моя самая любимая игра. Сейчас-то у меня уже другие игры самые любимые. Brawl Stars, там, по Brawl тем временем не знал даже. Это хлебоутки? Или чё? Бля, смотрите, тут все умерли. Тут очень много людей играет. Да-да-да, много. Тут все умерли. Все, кто... С нами. Так, привет, Фламинго. Это скажите, что Фламинго странно выглядит, что у него сзади такое торчит. О, что новенький мастер. Что это за комната? Что это? Что я сейчас увидел, ребят? Это была корова прямо там. Ребят, это страшный лифт или смешной лифт? Нет, смотрите, первый монстр был страшным. Ух ты, Фламинго, прыгаем. Не, ребята, я не знаю вообще Фламинго. Не, ну знаю его именно, но вот все остальное я про него вообще не знаю, кто это. Кто это? Он что, с нами просто поговорит и все? И отпустит нас? Нет, ребята, он подходит к нам. Что это? О боже, что это было? Он с нами, ребята! Фух, это человек обычный. Как он стал интересно таким? Да, ребят, вы видели, он что-то пустил. Фламинго погиб от этого. Не успел увернуться. Вот я успел-то. Я молодец. Давайте, ребят, запрыгнем на него. Ну и нам сейчас подоспеет еще один монстр. Какой же только. Добро пожаловать в Roblox Сианцы. Что на английском? Ой, что-то небольшое там было, я не успел кушать, я отвернулся. Потому что губка боб шел. Ответьте правильно. Да. Эй-ка. Эй! А как вы это сделали? Я не понял, у них что, читы включены или скачаны? Или куплены? Да, ребят, тоже редко можно умереть. Вот я понимаю, лифт Кроуна. Вон тот лифт тоже страшный. Такой. Ну, а это что-то странное. Это вообще, это мой лифт, оценка какая-то троечка. Не понял. Что это? Так, давайте на эту зеленую лучше нажмем. Или что будет сразу на красном? Что-то, ребят, ничего не происходит. Страшная музыка. Не знаю, ребят, на нас я жму, не получается ничего. Что это? Так, ребят, я в угол.
И ничего не будет? Серьезно, это все? Только две кнопки и все? Да, очень странный лифт, ребят. Девочка, ты со мной согласна, что это странный лифт? Конечно. Да, ты выглядишь как-то странно. Да, вот, ребята, я помню, во втором лифте была такая музыка. Вообще было смешно. Ух ты, гонки. Ходим. Ну, поехали. Ой, это выход. Блин, нет, я синюю хочу. Мне нравится синий. Ну, поехали. Пригласить друзей. Ты как? Мне дать все сложно, я не знаю, как это делать. Пацан, ты... я вообще не за руль сел. Ну, ладно. Тогда поеду с пацаном хотя бы. Так. Это зрители. Что-то это не зрители, а какие-то... Не знаю, что. Что это вообще такое? Ладно, мы тут гоняем пока с пацаном. Давай, пацанчик. Хорошо водишь. Не понял. Ребят, мне нравится моя новая поза. Все, ребят, я не хочу с ним вставать. Это я сама теперь. Спасибо, пацан, что помог мне приобрести такую позу. Как я перекатался, это называется. Не понял! Не понял прикола! Что это? Помогите! Я дышать не могу! Почему у меня такая поза? Помогите! Нормально. Вот когда перекатался, ребят. Когда перекатался, я. Я когда перекатался. Уже воображаемая тачка представляется мне. Так, ладно. Ноги в руки вперед. Балдос. Где он там? Вон он. Приближался, я не знаю, ребят. Ну ладно, Валдос, я пошел. Я пошел. О, боже, ребят, это очень страшно было. Ладно. Допустим. Ребят, меня эта поза прикалывает. Как я это все сделал? Что, приехали? Да, приехали, ребят. Спустим в домике. Заперто! Заперты! Без еды, без воды! Моей позе конец. Ладно, ребят, если вам нравится этот видеоролик, то поставьте лайк, подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. С вами был я, Руслан. Всем пока-пока!